Atan sögün ertelik alıp keçiş kerek. Apan var mı? Başka tuğandarınan çıkayım var. Atam minis var. Tölük olma ke. Rusya'da ol. Anda uşu baykenge çal. Gelip jardan bersin. Gelgenden giyin uşu kağızdı berip koy. Makul bu? Sağır kılayım. Da, соболезную. Ошол сойгон оюнга акча керек болуп атат. Да, я всё понимаю. Бирок акчаларымды кайра кайтарып бере албайм. Билети были уже куплены, башка чыгымдар болду. Токтосоң. Бирок Гиги потока сени мындай эле жазып коём кетем десең. Толик Алмаке, чыктыңыз бы? Я уже купил билет на вечерний рейс. А ты нашел место? О, без келдик, Сережка. Эмне себептен кыза болду? Ооруп. Эмнеси ооруду? Иши болуп ооруп. Жашы канча деле? 39. Эй, мындай силердин чоңураак туугандары жок бе? Туугандар келе жатат. Мунун баарын неле сурап атасыз байке? Эмне жер бербейсиңерби? Жер жок. Теди жакта бир байкең турат. Ошо менен сүйлөшчү бар. Ne dedi? Sizge jönttü. Jurnalist emes var mı? Jok e, bayke. Kayda jurnalist? Erpop obrayışka. Negiz bir jer var. Birok jerdin bası 1000 dolar. Jaygaskan baldardın emgek aksı 15 000 sal. Anca akçağız jok bizdin. Baskıla kettik. Ödürük şaka varıp bir bilet. O şakta jerler var. Arzanırak. Bizde orun yok da. 30 bin mi baki? Eme. Neyiz Bişkek'ten propiskası oyunca bizge koyunga olubayt. Turat şüngülü. Sen yok mu bu yerde? Tokta hazır. Ha, bunda daha öytürük aytasan, etip orup tolum bolat kes. Az kaldı. Oldu masada yok. 7200 TL. Anam 20.000. Kızmat için. Kanday kızmat. Neyim? Atağının jatkan yerin kim tazalap durat ana? Ben özüm öyle cuma sayın gelip tazalap duram. Bol boyut anday. Nege bol boyut? Hey! Hey taşta deyim gülöktü. Hey bala! Hey! Kazları! Başıma çıkılardın mı sen? Hey! Her bir kızmat için tölenmiş gerek. Uktun mu? Hey, uygun kızmatı. Eliyim bu oyuncusu. Kurt çağırı. Hey! Hey! Mesela kurs ödemez. Kurt çağırı.
Özlerin özleri ötü türgül gibi oldu o anda. Tiye. Tetin de yürüsün. Sen tuğan günün kançansın ayıbırlı? 6. Sen özün kıncaz korsan? Жоқ, Амир. Жөнле қой бұны. Лучше бұны қатып тұр, кейін өзің іштетесің, ә? Рахаты көз бір жерден табыс. Атай, сабымай кем машинасын ломбард көрбейлі бі? Аннан башқа вариант жоқ, родной. Бар бұны, апар қой. Жигиттер, негизи тех паспортту карадыңар биле? Эмне болуп турбай экен, тура эле го. Баары жакшы эле, бирок бул башка кишинин атында экен. Жыргал деген. The last time the light was cut off. Кече кечинде электр жарыгы өчүп калып, отчётту даярдаганга жетишпей калдым. Бул шылтоо эмес. Ишиңди өз убактысында бүткөн жоксун. This is totally unacceptable. Right now it's силерде түнкү 11 эле болбодубу? 1 сааттын ичинде жазап берем. Ушул отчёт күндө жабам. Убакыт бериңиз, мен жетишем. Окей. Макул. Кечиктирбе. I'm expecting сенде 1 саат бар. Болбосо жумуштан айдайм. Амир, сен отуруп тура. Жыргал аке, бошсузбу? Биринчи учурашып көрбөйсүңбү, бош эмесмин. Алда жарыкчы болоң таптакыр жоопкерчилиги жок экен. Мен электр жарыгымды бүгүн араңдап берди го. Уктап калып турмун байке. Сен уйкуң үчүн мен жумуштан айдалып кетейин дедиң. Бирок эми айдалып тур го. Атай, мен сага дагы бир жолу айтам. Мен бош эмесмин. Жыргал баке. Атам каза болду. Я? Качан эмне болуп? Кече күнү, түнү. Врачтар боордон дешти. Туй. Кайрыл болсун. Кайрат кылам. Сагынбай эке жакшы киши эле. Рахмат. Азыр эртерээк ломбардка барып, машинаны калтырып, акча алыш керек болуп атат. Атам сөгүн койдуруш керек. Кеттик. Атай, бутуман карма. Энсе, тартып бер. Ошондо чын эле сен саттың беле машинаны? Ооба, мен саткам. А сен кантип айдап жүрдүң эле? Сен ишиң эмне? Жок, эми негизи кызык болду да. Анчалык кызык болсо башкасынан эле сурабайт белең? Болду эми, таарынба.
Мен айдаган эмесмин. Мен жөн гана дүйнөлүк желеден карап алып сатып иш кылчумун. Эмнеден? Интернеттен. Атай, мен үйгө өз жолум менен бара берейин, эптеп жетип алам. Киши кара келсе ыктап турайын. Сен жайды эртелете бер. Базар карасын, кете аласын. Родной, сен болзый кара берчи. На 20. Бул жайдыкы. Казып берген балдарга дагы 20 000 төлөйсүн. Жана эле 7200 бердиң го эки. Ал мамлекеттики. Бизге ким төлөйт? Эмне сага бекерме казып берели? Анда өзүм казам. Тийип ага сындырасың. Алейкум ассалам. Силерде күрөк жок беле? Жок, өзүм иштетип аттым эле. Ии, балам күрөк жок эле. Жок, балдар талаага иштеткен алып кетишкен. Күрөк берип турасызбы? Бир сааттын ичинде кайра алып келип берем. Балам, менде ушул эле күрөк бар. Болду, рахмат ата. Алырчы 3000 сомдон эле. Анан келген коноктор эч нерсе дебейби? Эмне демек эле? Башка акча жок. Biraz kutu oturup aç, alıp git hemen. Hey Tuke. Tetik olağa cerden verip kolç. Мэй, мог грех тало. О, Кудайым, баламды өзүң сакта. Адил! Менин көзүм өткөндөн кийин баламды коргоно көрбө. А сиз мен менен бешке барасызбы, бешке? Мен сиз жок бейиште эмне кылам бейиште? Уулуңуздун ниети жакшы экен. Түз кеттик. Кайка апа? Меккеге жетмейин, кайра артка кайтпайбыз. Меккеге? Казакстандан өткөндөн соң Каспий келеди. Я что за него? Паромга отырып Азербайджанга келесиле. Ундан Туркияга отасылар. Ва Сирияга отасылар. Сирия? Ваке бакана! Вайла ракасыр эзама! Пожили баланса! Куда я мезу кетчерсин сен? Балам, ты хайдал пырытасын, балам бай! Баптам! Бит мусульман бұз, өткөр қоғылан шайнан айында!
Мен сени сонча жакшы көрөм. Мен да сизди жакшы көрөм, апа. Мен да сизди жакшы көрөм да. Салам, апачик. Соболезную. Ты держись, братишка. Хорошо? Крепись. Карасан, ты мировой най нормально болсуп кетпей. Айтпаңыз. Э, Айбек байке. Талгар. А что сами нормальную юрту не поставите? Раз уж такие умные. А, атай. Кечирип кой. Эми атаңарды акыркы сапарга узатып атасыңар. Жакшы эле жыгаштан боз үй тиксеңер болмок. Э, думай, о чём говоришь. Нормально вообще? Мейлі мұл қалпақтарды кей оғыла. А это обязательно? Просто у меня прическа. Чулар, бұл жаққа келіп айтсаңыздар болады. Пойдемте, стоп. Проходите. Пойдем. Пойдемте. Дегін қарбайсың ба? Мисірет, ата сөйліп отса да бір елеп қолын қочарамын жоқ. Ошын айтсаң. Ошын да. Даяр ет алып қойып тұрсың. Андан көрі жылқы сойып қан шығарсаң болмақ. Жылқы ақша жоқ. Атай, нужна машина, чтобы привезти отца из больницы. Желательно грузовая. Есть знакомый? О, қошынан онасы бар ғой. Шалып көрейін жасыр. Аллау акбар. Аллау акбар. Аллау акбар. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بلان Тұр тұра ғой. Мектепке кетіп қаласың. Бұртыған. Чарчаған ұқшойсың, ә? Ассалаумалейкум. Алейкум салам. Атам өт кетті. Қиманы саламат болсын. Жана соғық беріс бе? Орозбай келдің бензинге. Жоқ, үйдің жөнелі бар. Атай,
И на этой провонявшей машине нельзя везти. Смотри, мусор. Толя, вы мне потише будьте. Он же бесплатно нам помогает. Тогда здесь нужно все почистить, ладно? Хорошо? Азай. Акчасын аябай эле көбүрөөк уналса болмок экен жанагы атай деген неме. Жетеби мен сен? Сагынма канча деле? Ortada. Ha, çarık da ertek et. Arkası jakşılık olsun, uşun için al yeriz kendisi. O. Пойдемте, ребят. Пойдемте, заходите в дом. Пойдемте. Проходите в дом. Пойдемте. Пойдемте. Прямо и направо. Атай, бар сен на гель, чоу, чай ичип, көңіл ұрып қой. Он сказал, где я живу. Учитель Самира сказала. Мен сені атанды көрбесем да ойлайм. Айва жақсы кіші болшы деп. Көргенсің атамды. Қашан? Баяғыда жолдың бойында. Ол таксист емес, мен атам болдым. Ай, неге таксист едің? Ошого. Да я тут живу. Көрдүңөрбү? Эми жоголгула. Шо, выходим, выходим. Девушка, пойдемте, выходим. Пацаны, поймите правильно. Атай сейчас нелегко. Он еле держится. Как-никак, отец же. Да, понимаем. Раз уж понимаете, не будем нарушать традиции. На похороны пустыми руками не приходят. Алла Тааланын ысымымен баштаймын. Урматтуу бир туугандар, мына бүгүн сагын бир туугандыбыздын жаназа намазын окуу алдында турабыз. Мусулман адамдын аркасында Алласа бересилер болбош керек. Азыр ошо Алласа бересесин такташ үчүн мураскери артында калган атайды алдыңыздарга чакыралы. Алласа бересесин тактоосун.
Атамдын береселери болсо менен алгыла. Атамдын аласаларын кечтин. Атамдын береселери болсо менден алгыла. Атамдын аласаларын кечтин. Атамдын береселери болсо менден алгыла. Атамдын аласаларын кечтин. Allahu Ekber. Amin. Rahmet ya Rahman Rahim. Tamam. Selam bela. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Бул дүйнөдөн көз өтүп кеткен өзүңдүн кулуң пайгамбар Мухаммед алейхиссаламдын үмөтү Бердибек баласы сагын бир тууганыбыздын арбагына баштадык. Кудайым жаткан жерин жайлуу топурагын торкоого көрө я Раббил аламин. Туугандар, мен атам кандай киши эле? Мен атам кандай киши эле? Жакшы. Атам кандай киши эле? Мама, пусть она приедет. Амирчик, ваша мама давно вас просила. Уже за границей. Забудьте ее. Атай, ты получил свидетельство о смерти отца? Да. Дашь потом? Я поеду, оформлю на вас ответственность. Хорошо? Хорошо. Коноктор кеткенден кийин боз үйдү берип салып. Хорошо, аны энтиге братка чалып коеюн. Атай, боз үйгө 2 күн туруш керек. Туруп турсун дагы. 2 күн акчам жок.
Төлөгөн, сен Россияга кетсең бул үйдө эмне кыласың? Сат ойлосол да. Сен жок баары жөн туруп калат го. Квартирага эле берип сал, клиент батыл эле табылат. А детей куда я отвезу? Менде эми 4 балам бар. Алар менен батышпай калат го. Мен да үй бүлөм араң багып атам. Келле өзүбүз эле багабыз. Бир ай сиз багыңыз, экинчи ай сен бак. Андай мен багайын. Чоңой өздөрү бөлүнүп кеткиче. Байке, эмне болуп атасың эле? Эмне болуп атасың сен, байке? Кой деп, эй! Мен бүк турган мага жүрүп атам, эй байке! Эй байке дейм мен сага, эй! Ай уят эмес. Мен, менчи. Эй байке, менчи. Мен бир тууган ашсын эй байке. Эй байке. Туугандар, сагындын. Анча-мынча кийимдери калды. Эскускуларын сорттоп ыргытырдык. Кимге керек болсо келип алгыла. Атамдын сөөгүн жаңы жер көрүп келдик. Силер болсо уялбай кийимин далай баштадыңар. Кандай аякыңар бар? Же Амир экөөбүздөн бир оозу сурап койбойсуңарбы? Эй атай, кой антпе. Эй нарбарысы, арак сасыбай. Эй атай, кой уят болот. Кантсе да туугандарыңбыз да. Тууган болсоңор ана жардам бербейсиңерби? Турасыңар ушакташып. Боз үй мындай, боз үй тигиндей. Эт мындай, эт тигиндей деп. Же өзүңөр мал сойбойсуңарбы? Ушунчалык атамды сыйласыңар. Уанына келип жардам берип койсоңор болбок да. Карасаң муну деп эле. Энеси токшо оозу сасыга бе турбайбы эле? Ай, мен кырмап көрмөч, ай харап кеттилеч, ай. Бу мендим. Силерде сурайм, сатам бизе сатпаймбы? Өзүм билем жашаймбы же жашабаймбы? Кеткиле көз бөгөрбү? Кеткиледи. Кус, кус. Бей ай. Ай, мун таптакыр бети жок турбайбы?
Я вот тут сделал опекунство на тебя и на Амельщика на всякий случай. Ну, чтобы потом личных проблем не было. Атай. По сравнению с Амельщиком, ты уже взрослый. Все понимаешь. Мне обратно в Москву ехать надо. Там у меня жена, дети. Дальше что собираешься делать? Подумал? Атамның ачам деп жүрген кафесі бар. Поехали, покажешь тогда. Да? Тоже положи. Так, тут все понятно. Нужно все продавать. Нет, не продавайте. Мой папа хотел открыть это кафе. Амирчик, я все понимаю. Но вам нужны деньги, чтобы на что-то жить дальше. Болды, Илактай. А там жок болсан, анты иштетебиз. Сатыш керек. Сен атам жаман көрчүсүң. Эй! Жинге тиби, тур кеч мектепке. Атай, успокойся. Жаман көрөм! Уктуңбу? Жаман көрөм! Атай! Я тут копался в документах, смотри, что нашел. Оказывается, твой папа заложил ваш дом в банк на 1 миллион сомов. И взял кредит. А на кредитные деньги купил оборудование и мебель. А там инвестор бар болчу? Майшен что адам деген? Да не было у него никакого инвестора. Сам все вложил. Интерьер не доделан. Кухня до конца не доработана, сам же видишь. А мебель уже по прежней цене не продашь. А если продавать по частям, то кредит не закроете. Нужно в нормальный вид привести и продавать как готовый бизнес. Тогда можем закрыть кредит и выйти по нулям. А кто купит? Да, есть у меня тут знакомые, недавно из России приехали. У них денег много. Как раз ищут, в какой бизнес вложиться. Я сейчас к ним поеду, поговорю. А ты здесь приберись. Сделаю уборку. Ладно? Давай. Thank you.
Balam, gel, jardan bere kalçı. Jetip bere. Tetingi fartukta giyip, moğullarda 4-cü stolga jetkirip bele kalçı. Ata, men tüş көрүп атамбы? Ата, бол, бол, тезирек клиенттер күтүп калды. Сен еңсеген қиялыңды біреуге сатып, же біреуден сатып ала алмайсың. Өз қиялыңа бір ғана ниетіңмен жетсің болады. Түсіндің бе? Бар. Хорошую вытяжку поставить для колена. Да, точняк. А вон там пивной бар на разлив. Что думаешь? Да, можно в принципе. Ну да. Сейчас пиво, тем более, хорошо продается. Сезон же. О чем я говорю? Что за непонятные блюда вообще? Да и название тоже поменяем. А то где халяль, где бар. Поменяйте тогда на салам кальян. Так, Толик, короче. Мы готовы заплатить за все это 1 лям. Наше предложение такое. Мало. Кафешка находится в хорошем месте. На первой линии, как вы и хотели. Ну, на кухне оборудование все новое. Мебель новая, правильно? Добавь сверху еще 200 тысяч и по рукам. 200 тысяч? Да. Ладно, по рукам. Все, другое дело. Киткли. Что ты сказал? Естественно, сатылывать был жерде. Кеткіле! Я не понял, Толик, кто это? Сейчас, сейчас, все решу. Подождите. Пойдем, мы. Ты что, с дуба рухнул, а? Твой отец оставил тебя по уши в долгах. А эти клиенты помогут закрыть все твои долги, понял? Кафены өзім ачам. Қарыздардан өзім құтылам. Ты в бизнесе ничего не шаришь. Тебе даже 18 нету. Толик, что там? Сейчас, сейчас. Минуту дайте, пожалуйста. Сейчас. Можете ехать? Только байке передумал. Это, твою мать, ты чё, а? Хочешь быть неудачником, как твой папа? М? Не называй его так. Ты же сам его так называл. Щенок неблагодарный.